Всем самый добрый день. Сейчас буду окрашивать пасхальные яйца. Для этого мне нужны красители в таблетках. В каждую емкость с таблеткой я добавляю чайную ложку теплой воды. У меня получилось 7 цветовых оттенков. В каждую пиалу я добавляю пол ложки уксуса. Растворяем таблетку. Яйца у нас предварительно отваренные. Яйца нужно использовать белого цвета. Тогда окраска на них ложится ярче и яйца получаются красивее. Обязательно при окрашивании яиц одевайте перчатки. Нам нужна салфетка. Я использую в 2 слоя салфетку и заворачиваю яйцо. Рисунок наносим произвольно. Салфетка у нас промокла. Сейчас можно сжать яйцо. И выкладываю яйца в тарелку. Вот этими разведенными красками можно покрасить где-то от 30 до 40 яиц. Как только яйца все завернули в салфетки и покрасили, мы их оставляем на 25-30 минут. Встретимся позже. Прошло время, и сейчас очищаем яйца. У меня яйца находились 25 минут. Каждое яйцо обязательно протрем салфеткой в растительном масле. Тогда они будут более яркие. Вот такие красивейшие яркие яйца получились. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго!